Добрый день! Сегодня я бы хотел вам рассказать про две электрические пушки на 3 кВт зубр и на 2 кВт зубр. Так, разница у них идет не только в мощности, но и в принципе нагревания. Давайте расскажу сначала про 3 кВт. Сама пушка выглядит вот таким типом. Тут идет у нас ТЭН электрический, который разогревается под напряжением. И сзади него расположен вентилятор, который весь этот раскаленный воздух выпускает наружу. Примерно он рассчитан на 30 квадратных метров обогрева с высотой потолков примерно 2-2,5 метра. Также имеется тумблер. Тут есть выключение, продувка, работа на 1,5 кВт и работа на полную мощность. Перейдем ко второй пушке. Это у нас идет на 2 кВт. Тут идет немножко другой принцип нагрева. Тут, как вы видите, тоже расположен ТЭН, но немножко другого типа. И между этими ТЭНами располагается керамическая пластина. За счет того, что ТЭНы раскаляют керамическую пластину, она дольше дает тепло. И, в принципе, все. Сзади также располагается вентилятор, плюс тумблер. Тумблера есть три режима. Выключение, работа на полмощности на 1 кВт и работа на полную мощность на 2 кВт. Также имеется регулятор мощности обдува. Эта пушка рассчитана примерно на 20 квадратных метров, также с высотой потолков примерно 2-2,5 метра.